жителей кургана приглашают на лектории по духовной и информационной безопасности. Лекции начнутся с 21 сентября и будут проходить несколько раз в неделю в помещениях просветительского центра при Александро-Невском соборе. Вход свободный по предварительной записи. Возрастное ограничение 18+. Лектории будет вести специалист в области религиоведения и деструктологии, председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов. Также участники лекториев смогут пообщаться с крупнейшими в России специалистами по религиозным сектам и культам Александром Дворкиным и Романом Силантьевым. Презентация лекториев состоится 21 сентября в 18:00.